Второй день House Constructions, мы находимся на выставке опять старых компьютеров. Вот вся выставка, да. Народу еще немного, еще все спят после первого дня. SK-Corp нам расскажет про ДВК. Всем снова привет. Собственно, я представляю сегодня два компьютера. Уже стандартную БК-шку. Точнее, не стандартную, но уже ставшую постоянным экспонатом выставки БК-шку. БК-01СМ. Ну, про нее уже рассказал в прошлый раз. И кроме того, что сегодня собралось... Точнее, вчера приехало аж три БКшника, один из Москвы, двое из Самары. Ну, пока ничем примечательным не могу сказать ничего больше. Значит, следующий экспонат ДВК. Мне ее привезли буквально в пятницу до выставки. Причем я знал, что у нее дохлый блок питания, я привез с собой блок питания запасных. Но оказалось, там дохлый контроллер. Я привез текстовый контроллер. Я привез контроллер. Соответственно, оказалось, там он от перегрева начал вылетать. Вот. Я подумал, что это монитор сдох, поэтому пригнал еще один монитор. Вот. У старого монитора, у родного, начала глючить развертка кадровая. Поэтому, собственно, вот так получилось, что это ее родной монитор в моноблоке. И сверху стоит еще один. Вот. Значит, примечательно, что она была сделана в корпусе моноблок, то есть там стояла системная плата. Извини, секунду, скажи, что это вообще в общем такое, потому что люди никогда не видели, не слушали. Диалоговый вычислительный комплекс, то есть тогда не было персонального компьютера, то есть фактически это полноценный компьютер. Значит, соответственно, он имеет в себе плату процессора, то есть там нету такого материнского плата, там есть корзина с разъемами, туда втыкается плата процессора, плата терминала фактически, то есть это контроллер символьного дисплея, то есть к нему подключалась клавиатура, из него от платы шел последовательный порт. Соответственно, и по нему, собственно, общение с платой происходило. А насколько он мощный процессор, частота тактовая? Частота, честно говоря, не помню, по-моему, то ли 6, то ли 8 МГц. То есть инструкция декларирует 800 тысяч операций в секунду регистровых. Ну, считайте, то есть это на уровне где-то, ну, примерно как Turbo XT. Вот. Памяти там 56 килобайт, ПЗУшка там монитор пусковой, ну и отладчик тоже есть небольшой. Вот, соответственно, примечательно, что это базовая конфигурация, в ней уже была графическая карта. То есть графическая карта — это еще одна полуплата, которая включается через такой фичи-коннектор к плате терминала, к символьному, к плате символьного дисплея. И, соответственно, можно было включать графический экран второй. И у нее была монохромная графика 400x256 точек. Собственно, и, соответственно, два 40-дорожечных дисковода, которые формат совершенно ничем не совместим. То есть, чтобы записать такую дискету, можно только на таком же компьютере. А, давай, может быть, включим. Да, сейчас попробуем, если у нас стыл уже. Вот, собственно, сейчас, если появится служебная строка терминала. Вот, нам, к сожалению, похоже. Нет, она появилась. Сейчас я сброс нажму. Вот ее, собственно, начальная установка. Чтобы загрузилось, нужно дать команду загрузки дисковода. И, соответственно, вот пошла RT-11, родная, русифицированная RT-11, она родная для дековских машин, но она как бы... А вот почему CD написано? CD это какая-то версия, то есть SG это single job, FB это foreground, background, то есть разные мониторы. CD это какая-то модификация под наше, то есть это не компакт-диск, это совершенно какая-то модификация под наше. Под наши машины. Причем она U2K не ready, то есть она 2000 год не поддерживает. Но сейчас уже появились патченные системы, но я сюда, понятное дело, не ставил, потому что, ну, зачем. Собственно, вот текстовый режим. А для понимания, RT-11 это не наша операционная система, не да? Не наша, но она уже настолько перекопана, что вот это уже можно сказать практически. То есть драйверы все наши, например. То есть если вот, например, набрать информ, то есть драйвер дисководов тут уже наш написан целиком с нуля. Причем это не тот драйвер, который шел в нашем Фобосе, а который уже сделан, то есть альтернативный драйвер. Соответственно, сейчас попробуем запустить. Дисковод тут не А и Б, а MX0, MX1. Соответственно, я карман не закрыл. Дисковода емкостью 220 килобайт всего, поэтому, в принципе, появляется мало игрушек. Вот, сейчас попробуем запустить. То есть, ну, смотрите, например, так. Вот Тетрис, к сожалению, первого Тетриса на дискетах не оказалось. Как известно, в этом году исполняется 30 лет Тетрису. В 84 году самый первый Тетрис появился. Вот. И, собственно, это какое-то расширение.
А, вот, оп-оп-оп, глюканул. Вот на этом стакане глюканул, собственно, монитор. Сейчас одну минуту, оп. Работает. Да, вот, собственно, это какая-то модификация первого тетриса. Вот. Ну, мы уже, вот, увидим. Вот. Ну, практически это первый пожизненный, это самый пожизненный тетрис, только с таблицей рекордов. Сейчас, как его звоним? Потом. Покажи, пожалуйста, ты говорил, графику он поддерживает, да? И самый прикол, что когда включается графика, так, выхода из тетриса нету. Ну, мы сейчас загрузимся вслепую, я уже на самом деле помню. Или вывалимся в монитор. Не вывалимся в монитор. Так, тут еще пультовый отладчик есть, который не позволяет. Тут есть еще переключать пульт программы. То есть либо он в пультовом отладчике, либо он, соответственно, работает. Вот, кстати, паник дамп, аналог синего экрана. Я сейчас удастся заснять. Но при этом система не вылетает, сохраняет работоспособность. Ну тут сейчас я уже вслепую наберу графическую программу. Ну вот, всем известный код рыболов, который перекочевал, по-моему, на все эти совместимые наши машины, то есть DEX-совместимые машины. Вот. То есть включается графическая карта, соответственно, поскольку включена только символьная карта, в графике он работает отлично. То есть он может так простоять, сколько у меня несколько часов простоял, в графике нормально. А когда я, соответственно, то есть задача кота, чтобы не кончался кислород, поймать там больше рыбок, что ли. Вот как. А какое разрешение? Графики 400 точек на 256. Черно-белое, да, без градации. Монохром без градации полностью. Там 16 килобайт всего, поэтому, собственно. Причем примечательно, те, кто не использовал графику, либо напаивали дополнительный ряд микросхем, либо ру-5 меняли больше емкости, они организовывали в этой видеоплате виртуальный диск. Те, кто напаяли ру-5, получалось там, по-моему, 32 килобайта вместо 16. 16 использовалось как видеокарта, и 32, оставшиеся 16 использовались как виртуальный диск для, ну, чтобы там кэшировать систему, грузить, чтобы идти. А были ДВК с цветной графикой, более продвинутые? Да, уже были более поздние, то есть 3М уже шел с КЦГД, но с черно-белым монитором. То есть были градации яркости. А уже ДВК-4 шли с отдельным монитором, который уже, ну, цветной был. А есть что-нибудь еще посмотреть? Я сейчас попробую что-то запустить. Текстовая. Вот, оживает. Так, Space Invaders какая-то. По-моему, это текстовая, опять же. Да, к сожалению, текстовая. Сейчас, если удастся пролистать каталог и что-то там увидеть. Вот, можно что-то увидеть. Так, это мы уже... Так, я какую-то букву пропустил, но я не вижу... Смотри, самая популярная игра была. Нет, еще. Ну ладно, я думаю, мучиться особо не стоит, в принципе. Показали, значит, основные все вещи. Да, я еще Ланд запущу, в принципе, тоже игрушка известная. Которая идет в графике LAN 2. Она тоже адаптирована под БКшки, под ДВКшки, то есть. Вот. Да, вот, ну, в принципе, это уже была такая контора АСП, которая практически одни из первых начали. Ну, это типа лоутранера, только, так сказать, русская версия. Кроме игрушек, наверное, было, в принципе, что-то еще, да? Да, но в основном все шло в текстовом, поэтому сейчас особо не показать. То есть, в принципе, если мы сейчас из этой игрушки выйдем. Ну, если. Подождешь минуту, сейчас я подожму. А вот скажи, клавиатура не QWERTY, да, с чем это связано? Ицуки, ну это наш русский стандарт, собственно. Поэтому, потому что она русский стандарт. Сложно было переучиться? Нет, абсолютно нет, потому что, собственно, русские буквы на QWERTY клавиатуры все равно Ицукин, поэтому, ну, пару часов и все, уже забываешь, это на старой клавиатуре. Спасибо за рассказ. Пожалуйста.